Во вторник наш регион посетил 4-кратный олимпийский чемпион по биатлону, 11-кратный чемпион мира Александр Тихонов. В Ивановском институте МЧС у легендарного спортсмена назначена встреча со студентами. Ведь знаменитый биатлонист, как никто другой, знает и может поделиться с молодым поколением историей стремлений, упорства и, как итог этого, многочисленных побед. Ничего сверхъестественного в моей судьбе нет. Деревенский мальчишка, 7 лет пастушьего стажа, потом горжусь последним на территории Советского Союза училища ФЗО, фабрично-заводское обучение, камечка днеупорной кладки Челябинского металлургического завода. Вот тренировался по ночам, поставил перед собой цель стать великим спортсменом, большим спортсменом. Вот, и я к этой цели двигался. Нынешние поколения спортсменов, по мнению олимпийца, не уступают чемпионам прошлого ни в силе, ни в выносливости. Но вот настрой на Олимпийские игры у них уже не тот. Хотя дома, в Сочи, и стены должны помогать. Я единственное не согласен с чем сегодня, что мы спокойно можем сказать, будем бороться за третье-четвертое место. Есть первое место, вторых не помнят. При тех богатствах, которыми обладает Россия, мы должны, как и прежде, быть лучшими.